Доброго время суток всем любителям летсплеев. Мы проходим Assassin's Creed 3. В прошлой серии мы занимались включениями на море. Мы можем переместиться туда? Да, переместиться. Занимались морскими приключениями и спасли корабль Беладонна от темплиерских захватчиков. Так, а в этой серии я предлагаю... В этой серии предлагаю заняться перьями. Хоть я и в начале игры говорил, что особо париться не буду, собирать эти перья, но... как известно, мы купили карту перьев. И теперь мы знаем, где их искать. Если бы, то есть мы не знали, где их искать, мы ждали в поисках черной кошки в черной комнате. Да, конечно, да. А здесь-то видите, какое раздолье. Ну, начнем, думаю, по часовой. Нет, против часовой. Пойдем вот так, вот так, вот так. И вернемся сюда. В Нью-Йорк. Нью-Йорк. Здесь одной серии нам хватит. Поскакали. Километр целый, мать вашу. А, я же сказал, поскакали-то. Не то. Как лошадку позвать? Подождите. Ну там лошадка наша. Ты там сидела, что ли, за елкой? Я тебя тут везде ищу. Ты за елкой сидишь. Какаешь. Ну, лошадки-то вроде быстрее, но перышко у нас как бы еще выше находится. Да? Так, лошадочки, знаешь, я дальше, пожалуй, без тебя. Как-нибудь. Мы вошли в земли Ганьягеха. Исконно индейские земли. Так, и оно где-то 700 метров туда вверх нам надо. Хотя не факт, что вверх. Ну мы заберемся, как спуститься полегче, чем подняться. По Левуасу. Да, кстати, хочу, то есть, принести свои извинения за то, что я долго не выкладывал видео. Все-таки Новый год, сами понимаете. Надо было праздновать, бухать. То есть, как бы не хотел бухать, но надо праздновать, что же сделаешь. Так, охотиться я не хочу, хотя, в принципе, можно было и поохотиться. Но давайте, если будут зверушки попадаться по ходу пьесы. Потому что денежек неплохо можно срубить. Так, здесь кто у нас был? Здесь какал кто? Так, здесь покакал олень. Ух ты, какой шустрый олень. Ну-ка, иди сюда. Где наш? Ну и пошел ты. Не хочешь умирать, как хочешь. Как, есть анекдот? Так, что нам туда прыгать? Мелковато, бошку можно разбить. По-моему. Так, спуститься сможем? Вроде сможем. Так вот, анекдот есть.
заходит, то есть Сталин, в тюрьму. И зэки сидят. Политически заключенные сидят. И Сталин говорит: этого расстрелять. Этого расстрелять. Этого расстрелять. А третий говорит: ой, я не хочу умирать. Яма. Ну ладно, этого не расстреливать, он не хочет. И так же здесь. Так, вот наша, кстати, наша деревня, если так можно назвать. Там можно с кем-то поболтать. Давайте зайдем поболтаем. С матерью рода, я так понял. Ты как-то, блин, смотри. Ты на чё облокотился? Интересный ты человек. Как Дэвид Копперфильд. Как этот уличный... Уличная магия. Давайте поговорим. Я рад тебя видеть. Жаль, что это не часто. Здесь все хорошо. После кончины Джонсон наступил покой. Хотя... В чем дело? Люди беспокоятся. Он обещал защиту и безопасность. Теперь мы остались одни, а другие деревни думают о союзе с лоялистами. Это их выбор. Наш род идет иной дорогой. Да, уже очень давно нам не по пути с Ходзинашони. Не по пути с Ганьягэха и со всеми остальными. Я не оставлю наш долг. Но порой я не могу не сомневаться. Наш путь одинок не просто так. Естественно, сомневаться, тревожиться. Но надо держаться, надо верить. Мир в самом деле изменился. Если я сомневаюсь, а ты утешаешь. Понятно ее опасения. Так, еще с тобой можно поговорить. То есть опасения понятны. Индейцы других племен примыкают к лоялистам. То есть сдают свои позиции. Ну, это к хорошему, конечно, не приведет, мы сами знаем. Но наш род как-то держится особняком. Твои слова дали мне пищу для размышлений. Ну да, понятно. Но ничего не скажет. То есть надо держаться в любом случае. Ни под кого не ложиться. О. Зараза, какой шустрый, а. Прям какой-то шустрило. Блин, до этого пира столько пилить. Я не понял, она где-то на земле, что ли? 80, 60. Где-то где? Где-то здесь. Да, прикольно, пирожки попрятали. Смотрите, какое-то индийское убежище, да? Травушки, муравушки, всякие корешки. Дубинка. Прикольная пещерка. Сюда бы самый раз спрятать побрякушку одноногого, а не пирожки. Как-то я думал, пирожки будут по большей степени на деревьях. Так, далее. Где-то
той стороне. Охотничьи угодья Black Creek. Охотничьи угодья земли Ганьягеха. Прям вот кайф, да, вот этот звуки природы. Мы, городские жители, отвыкаем от таких звуков. И для нас они просто по кайфу. Так, стоп. Кто здесь? Не понял, здесь там красная точка. Вы видите, да, на радаре красную точку? Никого нету? Интересно. Игра без багов не игра, как я говорил. Так, пирши где-то в той стороне. Да, нет, личинки. А, нападите на караван, смотрите, как караван там есть. Так, сначала мы нападем на тебя. Яму. Яму. А потом нападем на караван. Он прямо у меня на ушке. Так, караванчик, я тебя не трону. Просто ограблю фургон. Денежки потому что нужны. Деньги всем нужны. Он сказал, всех лидеров общины подкупили или избавились от тех, кого не... 750 монеточек. Помните, ну неплохо. Кто там рассказывает? Да, когда грабишь караван, вот эти барабанщики остаются последние, они и атаковать не могут. И то есть, если его не убьешь, то караван не захватишь. Так что барабанщики, блин, портят всю малину, как говорится. Тебя мы еще, по-моему, не грабили. Тебя ограбили. Так, а между тем пёрышко. Так, там вижу оленя. Вопите. Ну, вопите, не вопите. Яма. Все будет нормально. Ужас, ужас, одни кости остались. Все съел. Так, берем пирожки. Очередное где-то здесь. 300 метров. Зайца. Заяц, волк. Заяц. Да что ты его не убьешь никак, а? Где он там? Он застрял. Блин, заяц застрял, я не могу его убить. Ну ладно, живи, заяц, тебе повезло. Гаденыш специально застрял так, чтобы его не убить. Так, вопить ценится, наверное, дороже, чем какой-то заяц. Яма. Поэтому убьем вопите. Хотя, может, убьем и зайца. Где?
С двумя зайцами погонишься, а двух зайцев убьешь, как говорится. Упетлял, да, уже? Или, как говорится, за двумя зайцами погонишься, от обоих получишь. Ребятки, я против вас ничего не имею. Так что сидите. Что ты там сказал про индюка? Ты сказал? Ну-ка, вынь. Ох ты, смотри, как у меня бупор прям. Иди отсюда, чертки матери. Я больше не дружу. Да прикончил, чертка матери. Так. Я ничего против них не имел, просто они сами напросились. Начали ругаться, там, материться на меня. Козел, говорит, какой-то там. Ничего, у вас нет такого вкусного. А, тут была паприкушка одноногого. Смотрите-ка. Ого. Ничего себе они замочили лоялиста и закопали его уже, смотрите, почти. Почти полностью закопали. Осталась одна башка и ноги торчать. Так, а этого сюда скинули? Где он? Сабля только одна осталась. А, вон он валяется. Ну-ка, денежку давай. Гаденыш. Блин, свалились в эту яму, теперь выбраться не могу. Ого-го, нет, надо как-то перепрыгнуть ее надо. Или обойти. Потому что перышко, видимо, где-то там сверху. Ух ты, будешь нападать? Давай. Нападай, а то убью тебя сейчас. Ну, давай, наживи тогда. А нет, смотрите, как перышко на том островке. А-а-а! Я думал, впишусь башкой в это бревно. Я надеюсь, что за перьями не просто так лазят, ну, то есть что-то мне дадут за это какую-нибудь вкусняшку. Какой-нибудь бонус там, не знаю, пистолет пулемет, допустим. Так, и вот еще одна перышко. Да, по-моему, здесь медведи, да, были? Ой, смотрите, солдат, да? Целая орава солдат. По-моему, в этих местах были медведи. Причем куча целая, там, штук 5-6. На, бегите, звери, от меня. Смотри, они не от меня бегут, они, блядь, издеваются надо мной, прям перед носом бегают. Зайцы, ух ты, смотри, сколько зайцев. Ух ты, сколько у вас тут. Ух! Шпана. Яма. Тут какой-то зайчик притон. Лягушки хватает. Ну кайф, кайф. Хочу туда, если честно. Яма. Поехать вот в такую местность. Поймать зайца. Освежевать. Зажарить его. Хотя не знаю, зайчатину не очень люблю, как-то ел пару раз. Меня
особо. Вот, что ты? Вы между собой там багланьте. Так, я пошел. Еще раз. На тебе, зараза. Я тебе не вопите. Я и убить могу. Так, ты пойдешь со мной драться? Пойдет. На тебе, даже я не ждал. Не стал ждать, пока он нападет второй раз. Сразу его не видел. Да, вот это тоже, кстати, я не понял. А... Рога, вот эти, куда все сдавать-то? Так, где-то тянем, наверное. Думаю, будет нетрудно его забрать. Хотя... Не, не трудно. Давайте убьем вот эту вопити. Яма. Так, теперь че? Сюда. Сколько? Почти километр. Ну да ладно, Конору не привыкать. Эй, вопите, будем драться? Будем. Ага, получил. Ну-ка давай, нападай второй раз. Че, не хочешь второй раз нападать, что ли? Что за вопите такая? Я тебя убью. Еще где-то орёт. Ну да ладно, фиг с ним уже. Уже у нас рога их не из карманов торчат. Некуда собирать. Слушай, генотика что ли? Да, Адя, бобрики, бобрики. Бобрик тоже ценная зверь. Яма. Никогда не слышал, чтобы шкура бобра куда-нибудь шла, да? Не знаю, может быть, я не очень сведущ в этом деле, но если бобровые шубы, допустим, наверняка есть. Зубы бобра. На кой зубы бобра? Ну в то время, Яма. Может быть, они нужны были. Они, наверное, ужасно острые. Из них делались. Может, какие-то острые изделия. Еще бобрик. Да что ты за ним ходишь? Ты убей уж его. Убийца бобра. Блин, бобровая роща какая-то, а? Давай быстро шкуру снимай, там еще один бобрик идет. Где-то там он. Ух! Блять, еще один бобрик идет. Яма. Бедный бобр, я все, блядь. Население бобров вырезал. На этом участке. Яма. Это? Да что такое? Они прям бегают. У меня за спиной. Как будто бы издеваются надо мной. Я назову это место Бобровая роща. Еще бобер. Что вопить за бобрик? Это они оптом, да, все? Зайцы бегают целой толпой. Может быть, они хотят поднять звериную революцию? Зайцы объединяются.
меняются в Апите, бобров сколько, смотрите. То есть они хотят сделать мировой переворот. Яма. Мировой бобровый переворот. А я, вот смотрите, это вожак, наверное, их был. А я как-то между делом взял и предотвратил бобровую революцию. Есть там оранжевые революции, какие там красные революции, алые революции. А это была бобровая революция. Была бы. И бобры бы выступали под лозунгом «Америка для бобров», «Даешь бобровую Америку». О, волки. А с волками жить, как известно. Ох ты, зараза. Ох, зараза какой. Станет меня, гаденыши. Еще есть? Нет, все. Да, чуть не загрузит, сволочи. Здесь уже волчья какая-то территория. Так, я не понял, пистолет у меня не заряженный. Что за звуки? Молчать, скотина. Ух, вас там сколько. Давай быстрее снимай шкуру. Эй, что ты делаешь? Давайте следующий. Боитесь, что ли? Блять, смотрите, ну действительно, да? Волчья какая-то революция. Где-то там. Еще одного видел я. Даже двое. Давай, ты последний вроде. Ух! Сколько вас здесь, а? Яма. Это же уму нерастяжимо. Яма. Да, снимай с него шкуру, что ты смотришь на него. Странно, с этого шкуру не хочешь снимать, а вот все. Надо было подойти к ним под правильным углом. Яма. Блин. Всю семью, большую семью перерезал. Черт твою матери. А, кстати, да, там другой пистолет. Волков, в принципе, не боюсь, да, но вот они внезапно так нападают, иногда бывает. Иногда не срабатывает, так кнопочкой Е нажимаешь, и не срабатывает, черт возьми. Он грызет тебя буквально. Вот, смотрите, как. Но не в этот раз, братиш. В этот раз я сниму с тебя шкуру. Метровочка. Так, это где-то перышко на высоте. Вон оно где. Ну, примерно понятно, как забрать. Как тебе вот так? Олень, ты чё? Олень, смотри, ты замерз. Я спас тебя, Али. Можешь отмерзать. Есть же, да, такие... козлики, да, по-моему? Когда их испугаешь или нападаешь на них, они брыкс такие падают, как мертвые. Это тоже олень. Эй, олень, ты чё? Ох, ты прозрачный какой-то. Бесплотный. О, первый в мире человек олень. Ну-ка, скажи. Да, блин, ровно встань.
О, первый в мире человек олень. Ну, похоже, что у него между ног голова оленя. Ладно, хватит издеваться над ним. То есть он замерз, да? Как вот этот козлик. Так, перышко взяли. Значит, давайте на этом закончим. Блин, перьев валом. Не столько много перьев, сколько до них пилить долго. И уже в следующей серии пойдем дособираем, надеюсь, все перья, если по дороге не встретим там какую-нибудь еще енотовую революцию, допустим. Куча енотов у нас нападет и изнасилует вас в щели. Ну а вам желаю всего доброго, увидимся в следующей серии, пока.